К новому учебному году в Минском военном Суворовском училище разработали план по всестороннему развитию кадетов. К тому же, кроме факультативов, ребятам предложат занятия по робототехнике и авиамоделированию. В этом году 73 первокурсника получили свои первые алые погоны. По традиции их вручали выпускники учебного заведения, среди которых был и министр обороны. Захотелось мне стать летчиком. Вот. Перебирали с папой в интернете много вариантов. Вот нашли подходящий вариант. Минско-Суворовское военное училище. С садика еще хотел стать летчиком. Становятся теми, кто они есть на самом деле. Они не все одинаковые солдатики, нет. Каждая личность индивидуальна, но тем не менее каждый из них действительно узнает истинную цену дружбы, товарищества, взаимопомощи и проносит ее через всю свою жизнь. Первые погоны юным суворовцам пришивают кадеты старших курсов. Тем самым они показывают, что готовы прийти на помощь в любой ситуации.